Кстати, я извиняюсь, я хотел задать вам вопрос. Артак Давтян, который сейчас НГШ, да, начальник генштаба, в своем интервью в декабре прошлого года утверждал, что у нас нету ВЕРП. Это вы сейчас серьезно шутите, да? Да, вы можете посмотреть на Ютубе 168 часов Харватсону Джам. Интервью Артака Давтяна, который сейчас НГШ, тогда он не был НГШ, он был отставником. Сидит, говорит, что многие говорят, что у нас была верба, у нас никогда на вооружении армянской армии не было вербы. Я думал, Артрун, невозможно его превзойти. Он... Можно. Артрун жив, этот Артрун человек жив. Отправил этот... Артруна на пенсию. Этот человек сейчас НГШ. Говорит, в Армении не было 10К-333 верба. Да. Вай, мама. Не, а Веста, есть Веста? Не, я не путаю. Веста, чекатаньсбан. Верба. Значит, верба, я не Веста, путаю. Нет, нету да. такого оружия, Веста. Есть верба. 9К-333 верба. Просто так, а теперь, заорали, внимание, я испугался, я думал, может, я что-то перепутал. Нет, верба. Вы знаете, я сейчас в шоке. Вам нужно валерьянку, корвалову льду. Я ставить. После передачи вам скину ссылку, посмотрите. В следующий раз, когда я приду к вам, валерьянку хотя бы. Хорошо. Я не шучу, я серьезно говорю. Я думаю... Это ПЗРК, я правильно понял? Сейчас я подробно об этом всем вооружении расскажу. Я думаю, в Армении ничего больше меня не может удивить. Ничего. Любая ложь, она должна быть логичной. Нет, Армения — это удивительная страна, Ван. Извините, продолжайте. Мы удивляемся каждый день. Господи, вот я сейчас в шоке, мой язык парализован. Я даже не понимаю, в чем логика врать. Армен Михайловичан, вот здесь интернет. Зайдите в интернет, найдите эти воинские склады. В одном из воинских складов... Да я видел эти камеры. Я увидел ящики с пломбой. Ее не открывали, это было с пломбой. Ее не открывали, это факт. На ящике, это был ящик завода, изготовителя, КБМ. Может быть, это был секрет, что у Армении есть... От Артака Давтяна был секрет. Нет, Артак Давтян отрицает наличие отрицает, у армянской это стороны. Нужно быть... Это сумасшествие. Идиотом, что после того, как ты сдал... за меня. Да, как после того, как ты сдал эту вербу врагу, знаете, стоять отрицать, что у нас эта верба была. Стоп. В одном из воинских складов зашла азербайджанская съемочная группа. Это то, что я есть сейчас в интернете. Это отрицать, нужно быть сумасшедшим в квадрате, чтобы отрицать. Есть это в интернете. Любой идиот, у которого есть интернет, заходит в интернет, находит это видео. Азербайджанская съемочная группа заходит в армянский воинский склад. Я, к сожалению, не помню, в каком направлении. Либо это был Джабра, либо Физули. Я не помню, где это было. Это видео годовой давности. Заходит азербайджанская съемочная группа в армянский воинский склад. Ящики на труб с дна до потолка, с пола до потолка. Ящики стоят, десятки ящиков. На ящике КБМ, конструкторское бюро машиностроения. Это там, где Коломна, в Коломне это завод сайт. Этот завод производит эти, и 10К-720 КНДРМ производит, и вот эти ПЗРК, приносные зенитные ракеты, это КБМ делает, конструкторское бюро машиностроения, под руководством Валерия Кашина. Там индекс 9К-333. Ну, верба не написана, потому что на ящиках печатают только индекс. Слова верба там нет. Потому что верба, это, скажем так, это ее, там, на ящиках имеют право печатать только индекс. Есть индекс на ящике. 9К-333. Например, 9К-38 это игла. 9К-310 это игла 1. 9К-338 это игла S. Понимаете? 9К-333 это верба. И написано 9М-336, это зенитная управляемая ракета новейшая, в составе 9К-333 верба. На ящике это есть, это печатано на ящике. Каким нужно быть странным человеком, чтобы, я говорю, и кстати, там на ящике стоит пломба, ее не открывали. Странное дело.